Всем привет! Сегодня у нас рецепт из Поднебесной. Готовим китайские пирожки с душистым луком джусаем. Этот рецепт я готовлю впервые и думаю, он получится очень вкусным, так как там есть и джусай, и яйца, и креветки. Давайте же скорее начнем. Поехали! Тесто у нас простейшее. В мисочку отправляем теплую воду. К воде отправляем соль. И теперь перемешаем венчиком соль и воду. Этого достаточно. Теперь сюда отправляем муку. Размешаем. Я буду и размешивать, и добавлять муку. Наше тесто уже схватывается. Еще чуть-чуть. Тут со стенок снимем муку. Ну все, я думаю, можно замешивать руками. Продолжай замешивать тесто руками. Тесто готово. Теперь накрываем наше тесто пленкой. Оставляем отдыхать тесто на 30 минут. Джусай я промыла и подсушила. Нарежу джусай вот таким образом. На оливковом масле обжариваю яйца. Если вы хотите, чтобы яйца получились пышными, их нужно вливать в горячее масло. Вот так измельчаем яйца. В сковороду отправляем оливковое масло. Обжариваем креветки с двух сторон. Они готовятся очень быстро, за считанные секунды. Креветки быстро готовятся, прямо на раз, два, три. Жареные креветки подостыли, нарезаю их на маленькие кусочки. Джусаю отправляем яйца. Жареные яйца нужно сначала охладить, а затем уже смешивать с джусаем, чтобы сохранить нежный аромат джусая.
К начинке отправляю креветки и слегка перемешаю. Посмотрите, какая яркая палитра цветов. Я думаю, такую начинку будет очень приятно кушать. Отдохнувшее тесто разделяю на кусочки величиной чуть больше грецкого ореха. Раскатаю лепешечку. Скалку немного припыляю мукой и продолжаю раскатывать. Раскатываем лепешечку тонко. Посолим нашу начинку. Соль обязательно нужно добавлять перед самой лепкой пирожков, иначе в начинке появится лишняя жидкость и будет тяжело лепить. Готово! Теперь замешаем нашу начинку с солью. Положим на тесто начинку. И вот так оформляем. Придавливаем концы. И вот таким образом лепим пирожок. Пирожок готов. Наливаю в сковороду растительное масло. И на среднем огне обжариваем пирожочки. Берем пирожочек и на маслице. Пирожки сжусаем, долго не жарят. Как только тесто прожарится, начинка тоже будет готова. Первые пирожки готовы. Выкладываю их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало масло. Ароматные пирожки с джусаем готовы. Я приготовила их быстро и легко. А какие они вкусные! Я рекомендую вам приготовить такие пирожки. Я уверена, что вам понравится. А мы с вами увидимся в следующих видео. Зайдем!